Ну, основная задача, конечно, это подготовка флота к предстоящему навигации. Это необходимое решение вопроса по погашению задолженности, которая вот на сегодняшний день есть, и как бы выполнение судоремонта, плановых ремонтных работ, которые мы должны по отстою там и так далее. Вот все мероприятия должны, ну, в установленные сроки провести. Основное мероприятие это, конечно, набор кадров. Сейчас в основном, ну, все суда находятся в плановых местах отстоя. В том числе вот именно вот для устремляющей реки Амга вот 23 тысячи грузоподъемности судов уже там находится, что первый тур навигации там, и вот на местах уже подготовительные там все эти мероприятия должны, ну, провести в установленные сроки.